А вы знаете, почему мы так устали? А вы знаете, почему мы так устали? Так почему же мы так устали? Почему мы выглядим так? Еще у нас есть направление длинный меч, то есть полуторник европейский такой, с гардой большой, хороший. Есть меч европейский, опять же, тяжелый, большой, с щитом, маленьким баклером. Есть шпага настоящая, вот именно, которая мушкетерская. Тоненькая. Да, и шпага с кинжалом. Спорт у нас безопасный относительно всех остальных контактных единоборств. Но, тем не менее, контактный, веселый и бодрый такой. У нас есть и хорошая физическая подготовка, прокачка, ловкость, выносливость, сила, скорость реакции, развитие полностью всего тела. Очень хорошая нагрузка на ум, потому что шахматы практически те же, только тут надо очень быстро играть в шахматы. Вот. И безопасность еще. Вот. Один из ключевых моментов. Мяс Лайф пробует. Попробовал клуб дуэльного фехтования, который находится в ЦСА Революшн. Нам понравилось безумно. Сегодня вторник, 8 часов вечера. Мы наскакались просто как козы. В общем, ребята, приходите все сюда. Здесь очень интересно, очень физически, мне кажется. Ну и классно. Круто. Физически классно.